Названа предварительная причина пожара в торгово-развлекательном центре Ватерау. По данным ДЧС, возгорание было вызвано коротким замыканием электропроводки. Общая площадь пожара составила примерно 1000 квадратных метров. В связи с происшествием в регионе была открыта горячая линия. Размер ущерба пока неизвестен. Во время возгорания в здании находилось около 1000 людей. Эвакуировано 80 человек, из них 45 детей. Остальные покинули здание самостоятельно. Для тушения пожара задействованы 90 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС Атрауской области.